Госдепартамент США поблагодарил Россию за помощь в эвакуации американцев из захваченного войной Йемена. При этом официальный представитель ведомства Мари Харф не смогла подтвердить информацию о том, что госсекретарь Джон Керри лично выразил благодарность главе российской дипломатии. Я могу проверить это. Нам известно, что некоторые американцы могли попасть на борт российского корабля. Я рада, что могу публично поблагодарить россиян. А также Индию, Джибути и Корею. В прошедшие выходные российское судно вывезло из Йемена 308 человек, в том числе 45 россиян и 18 американцев. Обстановка в стране остается очень нестабильной. Правительственные силы ведут бои с повстанцами-хусистами. И в конце марта коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Бомбардировки с воздуха подверглись несколько крупнейших городов страны.